34 миллиарда рублей выделят на улучшение электроснабжения в Дагестане. Об этом сообщают в правительстве республики. Свою обеспокоенность состоянием электросетевого хозяйства выразил министр строительства и ЖКХ Республики Дагестан Малик Баглиев. По его словам, основные мощности данного комплекса вводились в 60-70-х годах. На сегодняшний день сети и трансформаторы изношены, появляются дефицитные центры питания, возникают перегрузки, особенно в отопительный период. Компания «Россети Северный Кавказ» уже разработала программу повышения надежности электросетевого комплекса. Она обойдется региону в 34,4 миллиарда рублей. С середины августа проект находится на согласовании в Минэнерго Российской Федерации.